Всем привет! Объясняю раз и навсегда, что и для чего мне нужен пластилин. Как вы понимаете? Китти, вставай! Ну надо. Ай. Что? Слышите, какой она звук издает? Ну, бывает, иногда падаем. Слышали, какой она звук издает? Кстати, это моя подруга Луана. Она стоячка. В общем, вы слышали, какой она звук издавала? Конечно, слышали. У каждого ЛПС так делается. Она сделана из пластмассы, как все мы знаем. Но я сделана из пластилина, это же заметно. И в пластилинах есть плюс. Так что, ребят, лучше иметь пластилин, потому что пластилин делает такой же звук. Да, правда, на речку не вариант ездить. Комар был. И теперь рука болеет. В общем, лучше иметь пластилин. ЛПС тоже не хуже. Тебя никто не спрашивал. Давай. Уходи давай из сценки. Бам-бам. Ребят, походу я видео сегодня не смогу снять, потому что... Алло. Алло, тут что? Ты кто? Это ты из будущего. Довольно верю. Ну, например, ты живешь на 7-м этаже. А почему у тебя голос, как у меня? Я же говорю, это ты из будущего. Не верю. Ты живешь на 2-м... Ой, на 5-м этаже. Откуда знать? Неважно, я знаю. Все. Я видела, как. Я знаю, что ты здесь сделаешь. Что? Я знала, что ты уберешь свою подругу. Твоя подруга сейчас зайдет. Не верю. Ауч. Все, я спать. Че, реально? Че? Ничего. Так, я тут вообще-то видео снимаю до сюда. Опять какие-то обманщики лезут ко мне в видео. Ой, пусть лежит на кровати. А мы продолжаем с вами разговаривать. Зацените футболку. Вот, я же уже показывала вам. Ну тут еще ваншоты такие. Окей. Короче, ребят, я же вам говорила, что что пластилин лучше. Ну, он такой же почти, как ЛПС сами. Это что? Опять соседи затопили. Господи, боже мой. Ребята, опять меня затопили, поэтому пойдемте стучаться к этим соседям. Ты же мой сосед. А, в смысле? Ой, ну пошли когда ко мне. Давайте представим, что ее не было в моем доме, вот этой ЛПС. Ходите. Ты что меня затопила? Совсем офигел. Валим. Нет. Я не умею плавать, я же кошка. Ладно, ребят, всем пока-пока. Ауч.